На набережной реки Лазури в Твери продолжается создание мультимедийного парка «Россия. Моя история». Работы ведутся в три смены. В них задействовано 179 человек и 37 единиц техники. Сейчас на площадке ведется монтаж сэндвич-панели по периметру здания. Укладывается кровля здания музея, проводятся внутри площадочные тепловые сети. Прокладываются трассы наружного освещения. Кроме того, обустраивается ливневая канализация, вентиляция, наносится огнезащитный слой краски на металлоконструкции здания. При этом параллельно благоустраивается внутриплощадочная территория мультимедийного исторического парка. Напомним, что комплекс в Твери будет включать в себя интерактивный музей «Россия. Моя история». Торговые павильоны, фудкорт, фонтаны, детский дворик, а также автостоянки.